задумал в отношении тебя. Мужчина хочет встреч, хочет свиданий, хочет объясниться и поговорить. Вы для него очень важный человек. Вы приносите гармонию в его жизнь. Он считает, что вы для него подарок судьбы. Но боится, что ваши отношения закончены. Отношения не двигаются, да? Возможно, кто-то из вас просто не выходит на связь. Мужчина хочет быть вместе с вами, чувствует себя королем жезлов, когда вы рядом. Но боится, что разбитую чашку уже не склеишь. Бесится, злится, ревнует. Вы для него важная женщина в жизни, его императрица. Эти отношения очень важны для него. Он очень хочет начать все заново. Думает о вас, вы не выходите у него из головы. Ваши отношения только на данный момент переписка. Да? Он думает, что у вас много поклонников и, в общем-то, большой выбор. А он сейчас на расстоянии и ничего не может с этим сделать. Очень хочет много знать о вашей жизни, хочет написать, позвонить или хочет, чтобы вы написали и позвонили ему.